Всем привет! И сегодня мы продолжаем рубрику по обновлению BIOS'а на материнских платах. В тот раз у нас была материнская плата от фирмы Asus, но сегодня у нас материнская плата от ASRock. И не самая простая, а серьезная плата. И мы сегодня будем ее обновлять, так как у нее на борту самый первый BIOS, который еще был установлен на нее в 2011 году. И для того, чтобы исправить ряд недостатков, мы сегодня будем ее обновлять. Приступим. Итак, друзья, вот наша плата, модель ASRock A55 Pro 3. Она поддерживает у нас USB 3.0. Также у нее есть два PCI Express 16. Вот он еще один слот. Ну, вы поняли, плата не самая говняная. И в ней присутствует ряд недостатков. Это проблемы с контролем по управлению вентиляторов. То есть при подключении кулера процессорного он всегда работает на 100% оборотов. И надеюсь я сегодня исправить этот баг. А также исправить еще один баг, который присутствует с USB накопителями. Я вот иногда подключаю флешку сюда, и флешку не видно, либо она не распознается. И я уже посмотрел предварительно, есть в последнем обновлении BIOS'а у нас улучшение совместимости с флеш-накопителями. То есть, надеемся исправить эти две ошибки. Приступим. Итак, сначала мы смотрим, какая у нас версия BIOS'а установлена, для того, чтобы не возникало никаких вопросов. Запускаем CPU-Z, заходим в Mainboard, пожалуйста, версия BIOS'а 1.00. Последнее обновление BIOS'а 2011, 8 месяц, то есть она, от когда выпущена завода, она еще ни разу не видела обновления BIOS'а. Для того, чтобы обновить BIOS на материнских платах ASRock, заходим на официальный сайт ASRock, пишем в Гугле модель материнской платы A55 Pro 3 у нас. Так, заходим на официальный сайт. И сегодня мы будем обновлять BIOS с помощью флеш-накопителя. То есть в тот раз мы обновляли BIOS с помощью программы, которая запускается через Windows, а в этот раз мы делаем уже через флешку. Вот наша плата. И выбираем скачать. Загрузка BIOS. Вот версия 1.50. Самые последние версии остаются на сайте, а предыдущие удаляются. Так, install flash можно. Вот, пожалуйста, нам нужен install flash. Можно с DOS запустить также с Windows. Мы будем запускать ее через install flash. Если мы не знаем, допустим, как это сделать, на официальном сайте есть, пожалуйста, инструкции, как это сделать. Вот, заходим в BIOS, здесь все указано. Для всех информация будет доступна. Выбираем Европу. Скачиваем BIOS. Открываем его. Вот, пожалуйста, наш BIOS. Мы его скачиваем на рабочий стол. Потом берем, вставляем флешку любого размера в гнездо USB. Форматируем ее. Восстановить параметры по умолчанию. FAT32 нам нужно, чтобы была файловая система флешки. Начать. Окей. После того, как мы форматируем флешку в FAT32 обязательно, нужно перенести на нее файл с BIOS'ом. Все, мы перенесли ее. Теперь перезапускаем систему и заходим в BIOS через кнопку Delete. Итак, мы находимся в BIOS'е. Заходим в вкладку Advanced. Потом Install Flash. Вот видно у нас флешка, и сразу у нас A55 Pro 3.1 BIOS у нас указан. Нажимаем Enter. Вот, уже идет прошивка BIOS'а. Удаление, форматирование и установка.
Написано, не отключайте компьютер, пока идет обновление. Процедура очень простая, но вы обязательно не должны ошибиться при установке, при выборе материнской платы для того, чтобы не скачать случайно не тот BIOS. А также желательно, чтобы у вас был UPS, потому что если отключится свет, то процедура будет оборвана, и вы получите кирпич замесь материнской платы. Придется нести ее в сервис, конечно же. Так что, если по возможности, можете одолжить UPS у соседа или у друга и начать установку BIOS. Все, оно автоматически отключилось. И сейчас посмотрим, что у нас вышло. Слава богу, операционная система грузится. И раз мы видим загрузку операционной системы, значит, мы все сделали правильно. Так, сейчас проверим, обновился ли BIOS у нас через программу CPU-Z. Также забыл упомянуть, что мы на официальном сайте можем посмотреть, какие изменения прошли после того, как они дали нам новый BIOS. Вот, пожалуйста. Улучшение совместимости памяти и улучшение по работе с USB. Так, заходим в Mainboard, смотрим. Обновление у нас последнее теперь на 2 года позже, чем было. Считайте, что в 2013-10 месяце было последнее обновление. И версия у нас теперь... И теперь у нас исправилась проблема с совместимостью USB накопителей, а также проблема при работе вентилятора. Итак, процедура лечения материнской платы окончена. Итак, друзья мои, давайте так. Кто считает, что BIOS надо устанавливать через флешку, ставим лайк. Кто считает через программу, дизлайк. Потому что я люблю дизлайки тоже. Собираю их. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу таких видеороликов. И пишите, что бы вы хотели видеть в следующих видеороликах. Я прислушаюсь к каждому, потому что вы все мои кенты. И я к вам уже привык, так что жду ваших комментариев. Всем удачи, друзья!